из Перми Сергей Ардашев. Переходим к следующему поединку. И Сергей Ардашев сейчас появится первым. И достаточно взрослый спортсмен, ему 30 лет, рост 170 сантиметров, 59,5 показал на весах. Родом из Перми, два боя, как у профессионала, уже за плечами, но, правда, оба пока еще не выиграл. Красного угла из города Альметьевск, Республика Татарстан, Рамазан Мустафин. Вот его противник Рамазан Мустафин, всего лишь 19 лет этому боксеру из Татарстана. Достаточно большая разница в возрасте таким образом. Да, ну Мустафин провел уже один бой по профи, одержал победу нокаутом. Сделал он это в мае нынешнего года в Москве. Во втором раунде техническим нокаутом победив Ильдара Катлубаева. Четырехраундного поединка в легком весе. Синий угол ринга, боксеру 30 лет, рост 170 сантиметров, вес 59 килограммов, 550 граммов. Проводит свой третий профессиональный поединок. Из Перми Сергей Ардашев. Красный угол ринга, боксеру 19 лет, рост 167 сантиметров, вес 59 килограммов, 400 граммов. Проводит свой второй профессиональный бой. В первом поединке была одержана досрочная победа. Из Альметьевска, Республика Татарстан, Рамазан Мустафин. Рефери в ринге Сергей Летунов. Так же, как и предыдущие два боя. Вы знаете, соблюдайте их. Пожмите руки. Это будет уже запланировано на 4 раунда. Желаю успехов. Сколько будет, мы посмотрим. Первый раунд. Капа. Капа. Поехали. Бокс. Сразу центр ринга захватывает Мустафин. Очень плотная защита у Рамазана Мустафина. Неплохо сейчас правым сбоку пробил Ардашев. И так вот жестко по корпусу отрабатывает Сергей. Да, и сразу уходит. Немного нервно, так напряженно, на мой взгляд. Мустафин начал бой, сейчас неплохая зажаты, комбинация. Да, видно, плечи зажаты, спина чуть-чуть как деревянная. Как бы настроен на такой сразу агрессивный бой, но на данный момент больше ударов принимает на защиту. Сейчас хорошо по корпусу пробил Ардашев. Вообще такой невидимый удар у Сергея получается. Невидимый для его соперника. Опять неплохая комбинация. Возможно, больше ударов проходит по защите. Но в любом случае, из-за активности Ардашев... Не давите, не надо. Ардашев заслуживает симпатии судей. Ну, да и зрителей. Да, и учитывая, опять же, что у этого парня пока нет побед, что он достаточно возрастной, вышел соревноваться с парнем, который намного моложе его. И достаточно хороший техничный бокс показывает Сергей Ардаш. Ну,
Вот Дашев на данный момент делает все правильно, то, что должен делать. Мустафин, возможно, хочет его задавить прессингом, но пока что мало ударов наносит Рамазан и больше пропускает. Ну, принимает скорее на защиту. Хорошо, сейчас левым сбоку опять Ардашев попадает. Сейчас по корпусу надо было пробить Ардашеву. Неплохая комбинация от Мустафина. Напряженно кидается одним ударом Мустафин. Надеется на хорошую жестко. Один мощный удар. Здесь хорошо опять пробивает и уходит в сторону Ардашев. Сейчас неплохо Мустафин пробивает, опять продолжает. Команду слушаем. Внимательно, не давим. Бокс. Дави. Подернуть можно. Тайм. Слышишь, не надо стоять перед ним. Все время меняешь направление. Шаг сюда, раз, шаг сюда, вышел. Понял? Смотрим за тем, как развивались события в этом раунде. Вот здесь, кстати, очень хорошо боковыми Сергей Ардашев пробивает защиту своего соперника, причем по разным уровням. И в голову, как мы видим, но также и в корпус физически тоже цеплял. Хотя и Мустафин тоже, в свою очередь, в долгу не оставался. Ардашев правильно делал, когда пробивал и уходил. Он на протяжении всего раунда так и действовал. Пробивал, уходил и часто заставлял Мустафина просто промахиваться. Вот таким образом, если будет держать на дистанции Ардашев своего противника и давать ему как можно чаще промахиваться, может неплохо провести этот бой. Опять хороший джеб, хороший ответ от Ардашева. Голову повыше. Ну а Рамазану Мустафину надо побольше начинать выкидывать ударов. Не просто ходить за своим противником и принимать все на защиту, но и самому что-то делать. Сейчас, в этот момент, Ардашев остановился, дал возможность наносить удары Мустафину, но Мустафин почему-то этого не сделал. Хорошо, мощная комбинация, но сразу одним ударом отвечает Ардашев и опять уходит. Еще раз будешь делать, сниму очко. Да, ну, предупреждение от судьи Мустафину за то, что нагибает противника за голову. Хорошая комбинация, да, хорошая комбинация от Ардашева. Апперкот и боковой. Сильно по корпусу левой Ардашев пробивает. Вот активнее левой рукой надо начинать работать Мустафину. А да, у него хорошие джебы такие, даже в лоб попадая, останавливает Сергея. Ну, сейчас хороший обмен ударами на средней дистанции. Хороший ответ Ардашева и четкий джеб попадает Мустафин. Хорошо, опять через руку Ардашев пробивает правой. Хорошая комбинация. Мощно сейчас с правой руки. Очень много вот затраты энергии у Мустафина, но как-то мало, по-моему, пользы от этих ударов. Большая часть или по воздуху, или по защите. Хорошо, правым снизу сейчас поднимает Ардашев. Такое впечатление, что Рамазану Мустафину чуть опыта все-таки не хватает. Молодой боксер. Возможно, надо было еще побоксировать чуть по любителям. Хотя с одним, с двумя боями он это может продолжать делать. Возможно, и продолжает.
правый такой от Ардашева. Даже стройный в корпус и два раза в голову. Но тут такая, да, очень неплохая как бы комбинация от Мустафина была, но ни одного точного удара. Третий раунд. Опять активно джебом начинает Ардашев. Старается удержать на дистанции своего противника. Сергей. И сильно через руку сейчас Ардашев попадает. Стоп! Держишь, держи. Бокс. Хорошо, сейчас нырками уходит Ардашев от боковых ударов Мустафина. Сейчас неплохо. Вот перчатки еще раз туда, также со снятием перчатки от лица поработал Рамазан. Рамазану не хватает плотности боя. Он как бы, когда ему Ардашев позволяет работать, наносит удары, вот эти комбинации, но даже больше не комбинация, а просто такие сыпет ударами, но больше частью по защите, а потом делает очень большую паузу до следующего случая, когда получится пробить. Ну, вот как сейчас даже он пробивает и потом принимает на себя, ничего больше не продолжается. Ну, вот сейчас тоже апперкот от Сергея. Но начинает замедляться Ардашев, такое ощущение. Вступает назад по корпусу. Ну и в свою очередь Мустафин также работает достаточно размашисто боковыми. Да, да, ну вот так вот, кстати, такой прессинг-то может сработать. В свою очередь, потому что видно, подустал откровенно Сергей Ардашев. Хорошо, сейчас левым боковым ответил, да, Ардашев. Смещение. Опять неплохой ответ от Ардашева. Снова правый боковой. Хороший джеб сейчас получился у Мустафина, но, к сожалению, всего лишь одиночный. Очень много энергии Мустафин затрачивает, тратит на эти свои такие множественные удары, но пока что мало попаданий. Опять хорошие нанесение ударов от Ардашева. Ну и самое важное, что он попадает эти удары, потом опять уходит. Еще один раунд нас ожидает в этом бою. Не знаю, сложно на данный момент сказать, кому бы отдать предпочтение из боксеров. Но, на мой взгляд, как-то посвободнее выглядит Сергей Ардашев. Секунданта за ринг. Финальный, четвертый раунд. Пожмите руки, последний раунд у вас. Бокс! Так, четвертый заключительный раунд. Бой легковесов. Сейчас очень хорошо на ногах двигается, все время очень легко выкидывает удары. Сергей Ардашев, Рамазану Мустафину надо что-то делать срочно, потому что осталось уже меньше 3 минут. Что он ведет в этом бое, я лично не уверен. Хороший опять правый боковой, еще один от Ардашева. Вот то же самое делаю.
Вот сейчас, да, хорошо на ногах подвигался Сергей Ардашев. Причем как-то так обоюдно получилось. Похожие атаки у Рамазана и у Сергея, и оба одинаково примерно защитились. Очень, еще раз повторюсь, очень большие паузы делает Мустафин. Вот эти моменты, когда уже ударами атакует Ардашев, Мустафин просто принимает удары на себя. Но сейчас хорошо была атака, хоть и в плечо, потом отскок назад и опять повторная атака еще. Мощно эти правые свинги такие кидает Ардашев. Все время туда за перчатку они попадают. И вот так вот, да, кстати, вот интересно, Сергей, то ли на опыте. Хорошая комбинация от Ардашева очередная. Да, он как раз вот так пережидает вот эти наскоки от Рамазана, аккумулирует силы и возвращается уже с хорошими атаками сам. Ну, потому что Рамазан пробивает и сразу остается на месте, и уже как будто ожидает сам эту атаку Ардашева. Хорошо, сейчас опять справа ответил Ардашев. И хорошая контратака опять от Ардашева. Точно сейчас пробил апперкот правый. Сейчас неплохо Мустафин старался ответить по корпусу, но опять попал только по рукам. Последние 10 секунд. Опять хорошая контратака Ардашева. Бой закончился. Через буквально минуту мы услышим, кто же победил. Услышим и увидим. У меня есть свое предпочтение. Ну, подождем. Подожду я, что скажут боковые судьи. Сергей Ардашев жестами показывает, что уверен в своей победе. Более скромно себя ведет Рамазан Мустафин. Ну, сейчас посмотрим, кому поднимут руку. Это профессиональный бокс. Здесь, возможно, и ничья. Итак, дамы и господа, в этом конкурентном бою победу большинством судей одержал Сергей Ардашев. Ну, молодец, Ардашев, хороший, да, бой в итоге вывел. Сергей Ардашев побеждает, одержит свою первую победу в третьем бою на профессиональном ринге. Я согласен с судьями.